Итак, мы приехали в парк, устроили привал, пофоткались, пообщались, попрактиковали язык. И да, колледж собрал нам сухпаёк, так как в этот день у нас не было обеда. И чтобы, видимо, мы не тратили деньги, они нас позаботились и дали нам с собой еду. В этот сухпаёк вошла вода, 2 бутерброда, чипсы, пирожок и яблочко. Ну, довольно-таки неплохо, и эти можно было вполне наесться. За 2 дня до нашего отъезда наш руководитель попросил администрацию колледжа сводить нас в ближайший городок Ровингдин, который находился недалеко от нашего колледжа. И для начала нас отвели на пирс и на пляж, и мы фоткали море. Вот, очень оно было, в этот день было ветрено, и мы шли пешочком, и идти было довольно далеко. Мы там гуляли по саду, правда, я там ничего не снимала. Это мы уже шли обратно, и, как вы заметили, было очень ветрено. Когда мы шли туда, мы шли не низинами, то есть мы шли внизу этой горы, а обратно мы... Безумно люблю дурачиться на камеру, и в предпоследний день перед отъездом из Эвенгдина я решила сделать кучу фоток, и начала я с того, что сделала селфи с колледжем.